вечер, когда прочитаешь, может, утром. Часа два назад какая-то машина на территорию заехала, бросила коробку 76 щенков. Вот, ну просто это вот беспредел уже. Что с этим делать, я вообще не представляю. Ну, щенки маленькие, вот, ну уже, наверное, едят. Какая-то тварь двуногая. Вот, так что не знаю, что сделать с этим. Вот, собака на охране. Малыши, раз, два. Бахир, вон там еще три. 4, 5. А? Короче, было 7 штук сейчас. Это, наверное, девочки две. Они не убегают никуда. Бахир, давай коробку. Вот в этой коробке, да, они подбросили? Да, на этой коробке. Не так, был, а что на ней на коробке написано? От чего она тут? Не знаю. Вот 7 штук. Подбросили щенков. Охрана собаки подбросила в лесу. Ребята, у нас 7 новых малышей на капельнице. Очень тяжелых. Глистная инвазия. И 5 вот здесь. Так, малышей капаю по 2. Дети очень тяжелые, маленькие. Сразу попу промыли. Так, ух, хорошо промыли. Там все промыли. Хорошо промыли попу. Сейчас водичка оставшаяся вытекет. И будем ложиться, да? Маленький. Моя девочка красивая такая. Маленькая девочка. Вот. Сейчас следующую. Да, девочка, тоже девочка. Тоже девочка. Тоже сейчас будем капаться. Так, все, сейчас еще малышечку одну докапаем немножко. И все. Так. Так, и будем готовить следующих. Ну, это ворвота начинается. Так. Положили 4-го на капельницу, да? Еще 3. Что мой золотой? Все, мой хорошо. Ты у меня кто? Все девочки у меня. Все-все девочки. Ну, по крайней мере, пока девочки. Ой, Господи, Боже мой. Вот эти самые тяжелые. Да, ребята, тяжелая стадия, когда детей начинается рвота. Это очень тяжелая. Это 50 на 50. Таких малышей поднимать просто невозможно. Тяжело, ребята. 50 на 50 выживут нет. Вот это самое страшное. Когда понос водой и рвота. Вот такой понос и рвота. Малыши перед вами. Захотите ли вы им помочь, ребята? Это только подскажет вам ваше сердце. Мы можем вам показать, объяснить, сказать, что с ними происходит, откуда они у нас взялись, как мы их лечим, в каких условиях они у нас находятся, что мы для них сделали, что смогли. Ребята, все перед вами. А дальше спросите ваше сердце, сможете ли вы помочь. Вот 6-я девочка. И еще 7-ю надо будет докапать. Они просто дети. Да, им не повезло. Они родились беспородными.
Но, ребят, мы ведь с вами тоже не королевских кровей. У нас такая же красная кровь, как и у них, не голубая. Неужели мы не поймем и не поможем? Это дети. И не важно, что они лохматые, что у них родители зубастые. Ребята, мы сами иногда бываем зубастыми невозможно. Особенно, когда своих детей защищаем. Защитим этих. Я вас очень прошу. Ребят, защитим.